Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук. Приветствую вас на канале Тощая корова в канадской деревне. Вот Элвис вышел на прогулку, я его вывела. Ему сегодня вот 4 дня. Вот так вот, и мы уже гуляем. Одела я ему кофточку, он гуляет с конвоем. Вот. Ну, у нас тепло, плюс 9, правда небольшой ветерок. Но вот две матушки, конвой вместе с ним. Вот сейчас и мама, наверное, побежит. Видите, какой у него конвой, да, Элви? Ай-яй-яй-яй-яй, такой. Думаю, выпущу. Солнце как раз, все хорошо. Пусть, думаю, погуляет. Вот так вот. Элви, Элвис. Я не знаю, как он прошел. Но вот так вот он прошел. Класс. Да, Элви? А мама не может, да, пройти туда? Нет. А я вот так вот обежал, да? Да. Вот так вот. Элвис. Элвис знает, где, куда забежать можно. О, побежали, побежали. Две мамаши. Люся тоже, кстати, за ним очень-очень переживает. Он ближе к этому самому, к сараю держится. Да, Элви? Come on, come on, Элви. Come on, Элви. Come on. Come on, good boy. Вот так вот. Вы знаете, когда он родился, я ему одела эту курточку, она была на него очень мала. Вернее, очень большая. Сейчас вон, видите, уже он в нее врос. Вот так вот. Как оно все интересно, да? Люс, и ты тоже бегаешь, да? Коровы стали линять, значит, у нас уже весна, лето скоро. Да, Элви? 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 Вот так вот. Да, Люс? Люс, он уже... Шея у нее вся выленила почти что. Да, усушила. Эй! Люс! Люс! Вот ты зараза какая! Взяла, выбила камеру. Ты что? А ну иди вон! Папы на тебя нету, иди! Я понимаю, что ты балуешься, но я не хочу, чтобы ты так баловалась. Вот это да, Люс! Как ты так выбила у меня камеру? Еще если бы наступила, я бы тебе вообще бы тогда всю задницу бы набила бы. Да? Мы тут Элвиса смотрим, а не ты, звезда. Тебе что стало? О, еще и пинаешься. Ты че, Люс? О, побежали две. Кони, кони ретивые. Да. Очень-очень интересно. Ну ничего. Что сделаешь? Куда пошли-то, а? Элвис! Элви! Да, бедный-бедный папин трак. Папа теперь будет за этим траком следить. Обычно быки очень любят его трак. Девочки не так. А вот быки, они его трак очень любят. Не знаю почему, но вот такая у них любовь. Люська, Люська. Хорошо. Вот еще от чего худеют коровы. От беготни за своими детьми. Тощие, тощие коровы, бедные тощие коровы.
У Люси придется опять вон колечко отпускать. Еще два осталось, да, Люся? Бедная, тощая моя корова. У Суши я уже отпустила на одну ее шейник. Да, Люся, у тебя два осталось колечка только, да, внизу? Ага. И все, и потом нужно новую цепочку тебе одевать, да? Ну, вот именно. Куда ты растешь? А? Суши прям его так охраняет. И Люся тоже. Ну все. Вот так вот. А прям не хочет он. Люс, не обижай его. Ну все, побежали. До свидания. За Эльвисом в погоню. Он ближе к сарайке. Ай, какой маленький. Элви, Элви, come here. Элви, Элви, Элви. Ух, как бежит. Вам ребенок покоя не даст. Иди, Элви, Элви. Come on, Элви. Нет, прошел мимо. Не хочет он ко мне подходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Не хочет он ко мне подходить, да, Элви? Ветерок такой у нас тут есть, но слишком он холодный. Ну, я шубку одела, так что надеюсь, не простынет. Да, Суня? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот такое видео для хорошего настроения. Это, конечно, Элвиса не первые шаги, но первые шаги на улице. Вот так вот. Две мамашки. Две мамашки. А мамашка голодная. Суши хочет пойти еще покушать там. Вот. Она прям туда хочет. Ох, как она, видите его, как здорово она его ведет. Да. Слушай, ты его туда веди. К своему сену, а то ты, бедная, кушать, наверное, хочешь. А он с тобой не хочет идти к сену. Элви! Эл! Элви! Пошел водичку посмотрит. Вот так. Привыкает, пусть привыкает. Ну, бегает, бегает, а сарайка знает где. Элви! Не ходил бы туда в грязь. Там все-таки грязно. Будем убирать мы этот загон. Ну вот. Сделаем что-то по-другому. Они и так все время ходят. Целый год уже ходят они по всей территории, поэтому толку с этого забора абсолютно нет. Будем это все убирать. Это вот, чтобы было немножко красивее, наверное, эту хатку вон туда-туда дальше переставим, чтобы были они там. Вот. Чтобы было видно, где они и что. Элви! Элвис! Элвис! Come on, Элвис! 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 Come on, boy! Come on, boy! Элвис! Она его все хочет завести, чтобы он пошел туда, вон, в загончик их. Элви! Ну, вот так вот. Так что будем все переделывать мы. Немножко облагородим это все дело. У нас тут намечается строительные работы у нас на участке. Будем его выгораживать. Поставим вместо вот этих вот двоих этих сараек. Один поставим. Построим, папа. Дерево уже заказал. Вот.
там высчитал все со своим другом, считали. Вместо вот этих двух поставим один. А то такое уже, этот пластик вообще развалился почти, что ветра были очень сильные. Да и вот это теплица, это будем ставить сзади вон там вот. Вот так вот. И чтоб все было хорошо. Поставим ее там сзади и будет у нас куда складывать сено и ставить технику, потому что трактор, в принципе, так как все было забито сеном, трактор наш стоял на улице всю зиму. Ну, конечно, не так, конечно, ему там, у нас не такая снежная зима была, но и тем не менее, я не люблю, когда техника стоит на улице. Так получилось. Элви! А, вон он. Не видно его. Он бегает, там ходит. Вот такие вот у нас дела. Это вот там вот она хотела рожать. Где они сейчас стоят в углу. Она за Люся побежала в этот самый в сарайку и как раз я ее там оставила. И она родила в сарае. Пойду яйца посмотрю. Я тут продаю яйца. Покажу вам сейчас. Слезы за эти деньги. За яйца. В магазине дороже, чем яйца, чем у нас. Вот. Представляете? А если поставишь по $5 за 12 штук, то никто брать не будет. У нас здесь вообще один на нашей улице продает за 3,50. И не знаю, какая там у него окупаемость, вообще никакой. Второй тут у нас джентльмен продает за 4. И то я ему сказала, говорит, что ты по 3,50. В магазине уже 5,69 яйца. И то обыкновенные там белые, страшные. А тут коричневые яйца, домашние. Но мозгов у людей нет, корма дорогие. Посмотрим, продал вот мой спидистол. Посмотрим, продали, нет? Да, продали. Продала два лотка, было 8. А так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яйца, конечно, очень хорошо разбирают. Вот у нас даже не хватает яиц. Если выставляешь, вот я только выставил буквально час назад. Выставляешь, и уже к вечеру, сегодня тем более пятница, к вечеру уже яиц не будет, 100%. А там будут... Бывает, останавливается, спрашивает, есть ли яйца, нету яиц. Ну, к сожалению, они очень быстро улетают. И то, я целую неделю ничего не выставляла, так как яйца нужны были. Там заказ у меня был, на яйца приезжали, забирали. Плюс сами кушали, да салат делали, да туда сюда пожарить. А мы яйца очень-очень любим. Вот так вот. Скоро Наталка приедет. Все. Уже у нас был тут вор. Воровал не только яйца, но и деньги. Вот мы тут все, конечно, сплочились. Скинулись на камеру. Наш сосед с улицы, он установил у себя камеру. Вот. И... Мы словили, ну как словили, мы его на камеру записали, что он не положил деньги. Вот. И все. Позвонили в полицию, полиция приехала. Застрял, что ли? Полиция приехала, его, конечно, опознали. Там номер машины записали. Вот. Один раз они его предупредили, но потом предупредили. Вернее, он потом еще раз приехал воровать, еще раз мы его записали. Но вот после этого на нашей улице он уже не ворует. Ну что, застрял, да? Ладно. Пошла я доставать нашего вон
мальчика. А то мне нужны будут две руки, чтобы его достать. Спасибо за внимание. Может, покажу? Или нет? Или не застрял ты? Эй, ты застрял? Не, не застрял. Я думала, он застрял. Не ходи туда. Там он, видишь, какое месиво творится. Ага. Это надо будет все выравнивать, все это выделывать, все. Все это все придется переделывать. Вот так вот. Потому что это как-то все не так. Все, здесь вон вода. Я, в принципе, надо будет все это переделать. Займемся, все это красиво сделаем. Наш участок в порядок приведем. И будем жить, поживать и добра наживать. Ладно, уже 16 минут видео. Вот, надеюсь, вам понравилось такое развлекательное видео. Элвис всех насмешил, да, Элвис? Элви, come on. Идем, пошли, хорош. Идем, Элвис. Не знаю, оставить его на улице или загнать домой, но посмотрим. Да, слушай, пошла поела бы. Сунечка, что там нос лижешь? Ладно, буду прощаться. Спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. У вас все получится. Пробуйте, дерзайте.